По меньшей мере 14 человек утонули в Эгейском море в результате крушения судна с нелегальными мигрантами, которые пытались добраться до берегов Греции. Инцидент произошел буквально сразу после выхода лодки из Турции недалеко от города Чанакале. Турецким береговым службам удалось спасти 27 человек. Порядка 40 или 50 мигрантов были доставлены в порт на грузовике. Там они погрузились на судно. Я думаю, что капитан, сириец из числа беженцев, был неопытным. Лодка налетела на прибрежные скалы буквально сразу, как они пытались покинуть порт. И очень быстро затонула, рассказывает местный рыбак, свидетель трагедии. Путь мигрантов от берегов Турции по Эгейскому морю к греческим островам, в частности Лесбосу, занимает в хорошую погоду несколько часов. На острове Лесбос десятки тысяч беженцев после прохождения регистрации ждут отправки на большую землю. Борьба с нелегальной перевозкой беженцев – главная тема саммита европейских и африканских лидеров, который открылся в столице Мальты.